Я всех приветствую, братья-сталкеры, с вами Димак. Сегодня хотелось бы поговорить об одном зимнем моде, в модификации Аномалия. Этот мод вышел 31 января, буквально вчера. Я увидел его, сделал пост в группе, думаю, почему бы у него не поиграть, не посмотреть, что это за еще один зимний мод. Буквально несколько недель, может быть, назад я играл в Аномалию с зимним модом, и тот зимний мод был абсолютно прям вот не очень, сказал. Но это был первый зимний мод, лучше что-то, чем ничего, но все равно он был так себе. Отсутствовал снегопад, также был дождик, и это было очень некрасиво, неприятно. Также была какая-то ненормальная текстура травы, очень немного бесил, но я привык к этому, но все равно как-то было неприятно на это все смотреть. Поэтому через какое-то время я его удалил и перестал устанавливать его, даже ничто не помогало, ни обновление, ничего, просто мод неприятный. Ну вот, 31 января, повторяюсь, вышел еще один зимний мод. Я его установил, также сделал пост в своей группе. Мало ли кто-то захочет его устанавливать. И этот мод однозначно лучше того мода. Он очень красивый, очень приятный. Здесь уже есть снегопад по сравнению с прошлым зимним модом. И просто очень красиво. Я не знаю, как это объяснить. Просто шедевр. Я поиграл буквально пару минут, и просто разница между тем и этим модом большая, колоссальная. В том моде не было, например, замерзших текстур, например, в баре, в бункере Сидоровича или еще на каких-то объектах. Здесь зима вот просто везде. Где-то замерзшие объекты, камни, на них снег лежит, деревья почти голые, некоторые, правда, не совсем, но... На них как будто есть снег, это видно, это приятно смотреть на это, точнее. Ну и похождение ночью очень-очень красиво, атмосферно, мне прям понравилось. Правда, я там нарвался на многих, на множество, точнее, мутантов и не мог нормально насладиться атмосферой. Также есть снегопад, который заменяет дождик. Также остается такой косяк, как намокание объектов, такой неприятный, то есть... Ну, на земле, кстати, это не особо заметно, поэтому, в общем-то, если не обращать на это внимания, то можно даже сказать, что это не минус, а так просто. Что хотелось бы сказать по поводу звуков. Основные звуки... Не изменились, но звуки ходьбы по сравнению также с другим модом весьма такие себе. То есть, если ты идешь по дороге, звук не изменяется. Хотя текстура дороги полностью заменена на белый такой оттенок, типа на асфальте лежит снег. Но если вы наступаете на траву, идет такой звук, как будто вы идете по снегу, но идете как будто по сырому снегу, ну, как будто... Не такой снег. Мне лично не понравилось вот такие вот звуки. Хотя можно совместить звуки того мода с этим, поменять название, и все, в общем-то, будет работать, мне кажется. Я, правда, это все не тестировал, но все это на ваш риск, если вы это будете делать. Также желательно устанавливать этот мод через менеджер модов, непосредственно добавлять его в саму игру, закидывать файлы в игру. Не советую, потому что потом вы от этого мода не избавитесь. Вам придется переустанавливать аномалию, и потом будет очень неприятно. Ну, в принципе, все, что я увидел в этом моде, я вам рассказал. Если вы найдете что-нибудь еще интересное, вы можете написать в комментариях: «Дима, ты пропустил это? Боже, как ты мог это пропустить? Там же красиво, лепота» и так далее. Можете погулять по всем локациям, поскольку каждая локация зимняя. Мне очень интересно зайти сейчас в локацию «Рыжий лес», посмотреть, как она выглядит. Потому что в «Рыжем лесу» там атмосферно прям. Ну, правда, мутантов очень много и противников, но зайти туда стоит. Поэтому на этом я буду заканчивать. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел это видео до самого конца. Обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на группу ВКонтакте.
Всем спасибо, всем пока, увидимся в новом видео.